Внимание, пожарная тревога. Срочно покиньте помещение. Урока не будет. В 55-й школе пожарная тревога, учебная эвакуация. По легенде, возгорание произошло на центральной лестнице, а потому покинуть помещение нужно было в обход привычного маршрута, через запасные выходы. Сначала малыши, потом старшеклассники. У нас был урок обществознания, мы услышали тревогу, построились, после чего вышли с третьего этажа, спустились, естественно, пропустили младшие классы. Затем сами вышли на улицу. Мы построились, нас всех пересчитали. В считанные минуты школу покинули 486 учеников и 15 педагогов. Уже во дворе учреждения разбор ситуации. С точки зрения действий персонала все выполнено верно. Команды, кто за кем и каким маршрутом покидает помещение, даны правильно. А вот ученики не соблюдали тишину и, значит, могли не услышать новых вводных. Сейчас вот все дети вернутся на места, у меня будет все равно на перемене планерка. И еще раз педагогам скажу, и педагоги детям, что во время эвакуации, да, действительно, сложно последним детям, сложно первым детям. Поэтому, конечно, эти дети должны все свое внимание потратить на ориентир, прежде всего на команды. Потому что, да, команда дана была изначально, но если вдруг непредвиденные обстоятельства, смена... как бы сигналов, смена распоряжений. Операция Госпошнадзора «Школа» в регионе стартовала вместе с учебным годом. Ребят учат ориентироваться в экстренных ситуациях и беспрекословно выполнять действия командующих. Время эвакуации в 55-й школе составило 3,5 минуты. Оценка эвакуации дается хорошо. Ученики эвакуировались быстро, слаженно. Действие персонала также оценивается на хорошо. Своевременно. Завершилось все показом пожарной техники. Ребятам продемонстрировали, что носят и на чем ездят спасатели. Ну и, конечно, рассказали, как не оказаться в их мужественных руках. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.